Друзья, всем большой привет! Вы просили, я исполняю. Начинаю серию сюжетов о вкусных урожайных сортах томатов. Именно о сортах, а не гибридах. Хотя я считаю, что гибриды зачастую даже вкуснее, чем сорта. Вот это великолепие невозможно не показать, невозможно не попробовать и невозможно не вырастить. Начинаю повествование с очень интересного и красивого сорта, который называется «Золотой орфей». Это высокорослый сорт с оранжевыми плодами. Ну, урожайность вы сами видите. Посмотрите, какой сорт крупноплодный. Вот так выглядит он на разрезе, очень и очень аппетитно. Друзья, он просто тает во рту, настолько мясистый, но нежный, очень ароматный. И, кстати, есть навязчивые фруктовые нотки, чем-то даже напоминает манго. Мне очень нравится этот томат. Очень вкусный. Немного, конечно, трещит этот томат, но вот эти плоды даже уже немного перезревшие, поскольку я нахожусь на опытной площадке в агрофирме «Партнер», здесь все-таки дают томатам максимально повисеть, чтобы все блогеры насладились вот таким красивым видом. Итак, томат называется «Золотой орфей», высокорослый томат. Это сорт, с которого можно брать семена. Я абсолютно рекомендую всем выращивать вот этот вкусный, замечательный урожайный томат. На сегодня это все. Скоро будут и другие обзоры томатов от агрофирмы «Партнер», семена которых вы можете приобрести на официальном сайте агрофирмы семенапартнер.ру. Желаем здоровья вам и вашим растениям!